На этой неделе в общем доступе появится перечень всех объектов недвижимости Алтая. И специалисты управления имущественных отношений приступят к огромной работе, подтвердят наличие каждого дома или магазина в крае или подкорректируют назначение участка. Так в регионе начнется перевод объектов недвижимости на кадастровую стоимость. Об этом сегодня рассказала журналистам начальник краевого управления имущественных отношений Елена Зинкова. По ее словам, в ближайшие дни полный список всех объектов недвижимости в крае предоставит Росреестр. Затем его переправят в администрацию каждого населенного пункта, и рабочая группа будет сравнивать его с предыдущим списком, который составляли 5 лет назад. Вот в этом перечне берем информацию по некоему селу, да, и там есть ряд объектов. Мы сбрасываем его туда, на место, и просим орган местного самоуправления подтвердить, есть ли, нет ли, стоит или уже снесли, построено что-то новое и соответствует ли тому, что это объект розничной торговли. Предварительное число объектов недвижимости в крае озвучат в мае. Такая проверка – лишь первый пункт огромной работы. Напомним, что с 2021 года Алтайский край перейдет на новую систему оценки недвижимости. Вместо инвентаризационной будет кадастровая, которая напрямую привязана к цене на рынке. Критериев у такой оценки 56. К примеру, расположение объекта относительно центральных улиц, его возраст, качество стройматериалов и даже освещенность солнцем. В будущем кадастровая оценка изменит и величину налога на недвижимость. Станет ли он больше или меньше – пока неизвестно.